Стальной хват России. Привет большой, подписчики на канале YouTube. Привет большой. 9:30, понедельник, день тяжелый. Ну, все-таки я заказал очередного китайца. Очередное название 200 фунтов. Очередной продавец под названием Sport Trend. Какие-то там супер цветные. Ну, китайцы давно поняли, что встречают по одежке, поэтому надо ляписто делать. Эспандеры и все. И ты завоевал рынок. Ну и плюс, конечно же, самое главное, это ценник. Это ценник. Потому что конкурировать, допустим, ценами, да даже на тех же моряков, которые продавались, и тем более на американские эспандеры, ну и корейские, невозможно. Китайцы делают очень, ну, относительно, ну, дешево. Итак, вот такого я купил очередного 200 ЛБСного нагрузка эспандера. Вот, видите, что тут написано, не написано. Просто давайте посмотрим. Я говорю, сейчас продавцов, которые являются заказчиками, развелось великое множество. Великое множество, но все заказывают по-своему. Сделан, скажу, в общем-то, ну, достаточно симпатично. Вот такие фаски сняты, полукруглые, да, вот здесь-то, ну, прямо аккуратненько. 200 ЛБС. Без расчески. Давайте посмотрим. Sport Trend. То есть названия вообще у эспандера нет никакого. Привязки нет. Вот здесь выпилено. Типа середина динамометрическая. Ну, никакого названия. Здесь аккуратно все. Прямо. Никакой капли, ничего нету. Итак, изначально. Накатка нет, отсутствует. Наверное, как у коков. Примерно у новых. Что-то мне так кажется. Неужели это столько миллиметров? Очень тяжело. Тут фаска снята. Да. На самом деле так и есть. 72 миллиметра. Ручка ровно 18. Ровно 18 миллиметров. Есть у них еще золотой. 655. Серебристый, зеленый, золотой, серебристый и еще какой-то цвет. Ну, очень четко по лекалам работали. 95. Прямо все очень четко. То есть я не буду, естественно, прожимать руками, а прожму аппаратом. Прожму аппаратом. Штурмует. Штурмует меня. Давайте немножечко прервемся. И я продолжу. Не закрылся, к сожалению. Все, до встречи, ребят. Ребят, продолжаем. Вот загрузил калибратор 90 фунтов без обозначения родовой принадлежности.
Ну, понятно, что это все heavy grip, да и все. А продавцы, понятно, что вот это спорт, тренд, видите, я вам называю имя, явки. Давайте посмотрим. Вот так вот и будет, а то непонятно. Ровненько надо планочку, чтобы край держало четко. Ну, в общем-то, так и оставим, конечно, под нагрузкой. Смотрите, как ровненько. Вообще, опять же, идеально. Ну, только накатка, только накатка. Ну, вот здесь. Вот видите, зазор. То есть, все, касания нету. 72 он был, да, 72 с копеечками. 41 килограмм. Ну что, оставляем под нагрузкой. А там посмотрим. Максимально долго продержим. Сейчас 10.40. 10.40, ну, часов 6 снимем. Посмотрим, что там будет. Сколько останется. Или столько же и останется. Все, ребят, ребята, еще раз привет. Ну, смотрите на часы. Уже 3:30. Больше даже. На дворе 9 октября 2023 года. Вот, я только что замерял. Все. В общем-то, этот эспандер 200 фунтов. Ну, прекратил изменяться по нагрузке. Чуть-чуть еще есть изменения по расстоянию, но давайте я вот выключу и покажу вам. Никаких претензий, я и написал, что никаких претензий к эспандеру быть не может. И в связи с очень качественно сделанным по факту. Кроме накатки. Накатка гладкая, ее нет. Но опять же, кому-то может быть и без накатки нужен эспандер. Поэтому тут ориентироваться и про себя говорить, что это плохо, это неправильно. Нет опознавательных знаков. Но эспандер, я вам скажу, ребят, сделан очень-очень мощно. Классно. 64,5 мм. 64,5 мм, был 72 там с копейками. Ну, почти на 8 мм, на сантиметр сел. Ровно 18 ручки, 6 пружина, 6,5, 6,55. Ну и давайте еще раз нагрузку я вам покажу. Был 41 ровно. Давайте смотрим. То есть нет смысла держать там его еще несколько часов там до утра. Думаю, что нагрузка теперь будет стабильно держаться долгое время. Да. Ну вот тут маленько не довел. Вот видите, зазорчик есть. Очень ровно все сделано. Смотрите, какие фаски классные, крупненькие. Ну, надо калибровать. Надо точно значение, потому что я же не 1000 перебираю их, поэтому достаточно высоко пружина поднята. Ровненько. Ручки здесь. 38,3. Ну, кому как угодно. 38 килограмм или 39. Полное прожатие. Ну, лучше, наверное, 38. Зафиксировать значение в памяти. На листочке там бумаги или где-то сохранить. 38 килограмм и расстояние вот такое. Обычно я посылаю, необычно, всегда посылаю с биркой, на которой каждый может прописать расстояние и следить по расстоянию за изменением. Это старший лейтенант. Смотрите, очень ровно, очень ровно. Закрывается.
38 килограмм. Ну и с магнезией. Да, где-то примятости какие-то, краска сходит. Но в общем и целом я его еще пробрызгал, потому что здесь, в общем-то, достаточно плотненько намотка сделана. Поэтому, чтобы не было никаких скрипов. Все, ребят, Sport Trend 200 LBS. В четырех там они, в четырех цветовых гаммах продают. Есть плохие отзывы, но вот у меня отзыв только положительный. Обращайтесь, все с ним сделано, он готов к эксплуатации. Все, пока, встречаемся в обители.